проходит независимо от дня приема. Я, в принципе, ни одному не отказал. Я всегда с людьми стараюсь быть, скажем, в контакте, в общении. Можете ли вы назвать себя народным акимом, как вы считаете? Ну, это не мне говорить, это говорит народ. А, давайте перемотаем время назад, вспомним 10 мая этого года, когда случился вот этот злосчастный пожар. Вот эта ситуация, ну, как бы, она показала, что народ города сплотился. То есть неравнодушных не было. Действительно, со всех регионов Казахстана шла помощь, как финансовая, так и одежда. Одежда, все, то есть продукты питания, финансовые средства шли со всех регионов Казахстана. Был открыт фонд. Заснимите, я не боюсь вас. Сукорылые, штаны только просиживаете свои. Так и бывает. Без этого. Народу вам толку вот, нету дела. Без этого. Всяко бывает. Подождите, я говорю, сколько людей, столько мнений. Пусть знают все. Давайте мы с вами поговорим. Если честно, я сам растерялся в этой ситуации и просто в ступоре наблюдал за акимом и бабушкой, которые одновременно говорили абсолютно противоположные вещи. Мы попытались поговорить и с ней, но она была настроена не совсем позитивно. Отстаньте от меня! Так мы помочь хотим, а мы хотим правду показать. Мне помочь? Я уже все сказала. Но мы не сняли вас. Ну, стой, толку я одна. Видите, вон крыса пошла. Вон она. Я ей говорю, она, видите, ну что толку, что я одна? Ну давайте поговорим с вами, скажите, вас вся страна увидит.